Стас Пьеха впервые рассказал о своем 4-летнем сыне фото, Лилии Шерловская. Певица Стас Пьеха впервые рассказал в программе «Когда все дома» о своем 4-летнем сыне Пете, которого родила бывшая супруга музыканта Натальи Горчакова. Пьеха не любит рассказывать о семье, но в этот раз откровенно заявил, что в чем-то повторяет судьбу своего отца, который развелся с его матерью, когда ему был всего год. И именно поэтому певец старается сейчас делать для мальчика больше, чем делал для него отец. Сейчас мальчик живет с мамой и бабушкой под Санкт-Петербургом, но Стас хотел бы, чтобы сын когда-нибудь переехал под Москву, в дом, который он построил. Но с другой стороны, он понимает, что сейчас нельзя сына отрывать от мамы и бабушки, потому что сам не сможет проводить с ним много времени. Певец также признался, что в будущем не будет давать на сына выборы жизненного пути, но будет всегда стоять рядом и пытаться быть ему примером.